open, I feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight. Крепость в Гданьске, которая находится в устье Вислы. Здание выполнено в нескольких архитектурных стилях разных периодов, начиная с готического. И это связано с тем, что крепость неоднократно достраивалась и восстанавливалась после разрушения. В центре крепости находится круглая башня, служившая маяком, и окруженная кирпичным кольцом, к которому примыкают офицерские дома. Вход на территорию стоит 15 злотых. С ЖД вокзала можно доехать двумя автобусами, это 106 и 138, и выйти прямо на остановке Тверза-Веслоуще, от которой нужно будет пройтись еще минут 10, и вы будете прямо возле этой крепости. Так что, если у вас будет возможность, то обязательно посетите эту достопримечательность. Я думаю, вы останетесь очень довольны. Сегодня наконец-то у нас в городе нормальная погода, более-менее, хотя с утра был дождь, но я не знаю, что сейчас творится уже, какое сегодня, 4 мая или 5, в общем, неважно, начало мая, и постоянно каждый день идут дожди, либо очень холодно, невозможно выйти даже прогуляться просто куда-нибудь с коляской. Сегодня вроде эта погода сжалилась над нами, поэтому сегодня поедем погуляем и беру вас вместе с собой, так что поехали. Сейчас мы пришли в Fashion House, это аутлет. Здесь вот все магазины, которые находятся. Ну, вообще, на самом деле, очень большой. Мы находимся сейчас вот здесь вот и будем его полностью обходить. Сейчас мы находимся в магазине Max. И вот смотрите, штаны. Стоили 219, теперь 22 злотых.
Мы сейчас находимся в районе очень популярном, который называется Ящень, и это улица Лавандовая Взгужа. Здесь очень популярна сейчас съем квартир. Однокомнатная квартира стоит где-то в районе 1100-1400, а двухкомнатная начиная от 1600. Минус здесь тот, что до центра где-то езды минут 20-30 на автобусе до Хелма, и потом либо на трамвай, либо автобус с пересадками. И то, что прям близко-близко магазинов нету. То есть либо ехать на Пшевицкую, там это Керфур, либо же недалеко, на одну остановку ниже, находится Бедронка. Вот, а так это чистый, очень аккуратный район. Вот отсюда всех начинается история жизни в Гданьске, в основном у всех. Это ЖД вокзал, и мы находимся сейчас в центре города. А сейчас мы находимся на мосту для влюбленных, и посмотрите, сколько здесь замков. Просто обалденно красиво выглядит, и есть даже, которые уже очень сильно заржавели, которые, видимо, уже давным-давно, а есть, которые только-только новые. Не знаю уже, какой по счету это будет видео, какой-то влог, какой-то день. Я все потом, наверное, смиксую вам в один влог. В общем, мы сейчас находимся в центре. И сегодня представление. Будет флайборды. Я не знаю, я буду первый раз на таком представлении. Посмотрим, что там реально будет. И сейчас мы находимся возле Халы Торговой. И здесь можно найти ассорти всего. То есть можете и как продуктовые здесь, так и продовольственные бутики и павильоны. Индийский магазин находится напротив него, и здесь очень много разных побрякушек, так что если ищете что-то оригинальное, тогда вам сюда. Сейчас будет больше, наверное, касаться девушек. Если вы любите обувь, вот этот магазин Step by Step очень классный и недорогой, очень оригинальная там обувь. Вот что значит потеплело, все сразу открыто, все ресторанчики, кафешки начинают работать. Сейчас мы будем проходить мимо рыночка, в воскресенье он не работает, и хочу вам показать один секонд-хенд, где можно купить очень классные и недорогие сумки. Ну, конечно, вам надо попасть, не всегда там есть, но можно что-то всегда найти. Вот он секонд-хенд, о котором я вам говорила, прямо напротив рынка по адресу Лавандовая 6/7. Вот он, этот секонд-хенд. Очень классные здесь вещи можно найти.
На сегодня буду заканчивать. Спасибо, что были сегодня вместе со мной. Надеюсь, видео вам понравилось. С вами увидимся уже совсем скоро в следующих видео. Всем пока-пока.